приезжал в Баку, было, значит, в берегу Каспийского моря там. И президент Турции Эрдоган был, его жена, и наш первый вице-президент Мехрибан Алиева, и наш президент выступал. И наш президент говорит, первой независимости Азербайджана был в 1918 году, 28 мая, которая продлилась 2 года. После этого, только после этого, то есть появилась второй раз День независимости Азербайджана в 1991 году, 18 октября. То есть вот смотри внимательно. Азербайджан единственная страна в нашей планете Земля, то есть круглая планета наша Земля, планета Земля, точнее, единственная страна, у кого была День независимости 2 раза. Этот пидорас, конченый Камран Размалавар, который говорит, нет, 18 октября 91 года, а он говорит тупо из-за того, что в 91 году приехал власть, как бы азербайджанскую власть, Гейдар Алиев. Тупо из-за этого. Человек просто облизывает задницу наших Алиевов. Тупо из-за этого. Ну просто вот люди, вот 513, 520 человек, которые сидят тут, просто набьют День независимости Азербайджана. Единственная страна вообще в планете Земля, у которой была 2 раза День независимости. Когда говорят, что Арцах это был Азербайджаном всегда, я задаю вопрос, просто задаю вопрос. Вот смотрите, посмотрим с сегодняшнего дня, вот с сегодняшнего дня, до 200 лет назад, сколько раз менялась карта Азербайджана. Брат, я тебе клянусь, 5 раз официально, юридическим фактом менялось 5 раз. Сколько раз менялась карта Армении? Ни разу. Какой был 200 лет назад, такой и сейчас. У азербайджанов карта меняла 5 раз. То есть каждый, кто приходил, я азербайджанец, брат, я коренной бакинец. Это мое государство, это то, чего как бы, ну, на сегодняшний день, как бы, ну, я могу гордиться. Я не могу понять, я могу гордиться или нет. То есть ты понимаешь, да? То есть когда говорят, что Карабах это Азербайджан, блядь, вот долбоебы что ли, блядь? Азербайджанскому флагу всего лишь 104 года. Вот я всегда об этом, блядь, ну вот спорю и буду спорить. Пусть не обижаются и на меня азербайджанцы. Я азербайджанец. Я никогда не дам в обиду, чтоб какой-то армянин поматерил Азербайджан. Не дам никогда этого. Но когда говоришь юридические и исторические факты, и это не нравится азербайджанцам, ну извините меня, идите вы нахуй. Это факт. Это факт. Это исторический факт. Понимаешь, да, Али, небо, знаешь, в нахуй? чем момент? Я тебе скажу кое-что. Так как у каждого есть уголок своего, как сказать, хрупкого, это семья. Просто все, что говоришь Камрану, я думаю, он это заслужит. Но не трогай близких, это не красит нас на самом деле. Подожди. Не, подожди, послушай. Я не вчера, а позавчера говорил с Кемраном. У меня же давно не было. Первый раз вышел с Хамраном в эфир. Говорит, ты же ругал моего жену. Ну, да, говорит, проси прощения. Я говорю, послушай, твоя жена еще в начале февраля сказала, что Али под забором, его мать родила его под забором. Я говорю, давай пусть она попросит. Говорит, нет, давай я попрошу тебя сейчас прощения, и ты просил меня прощения. Я говорю, нихуя себе, блядь. Она меня поматерила. У нее же, блядь, стальные яйца, что впрямую материла меня. Пусть тогда впрямую и попросит у меня прощения. После этого еще тогда поговорим. Я ему сейчас задаю вопрос, говорю, День независимости Азербайджана. Ты же говорил, у меня есть, если ты посмотришь последнее мое видео, если у тебя есть второй телефон, просто буквально там 3 секунды послушай и увидишь. Задает мне вопрос еще в начале февраля. День независимости Азербайджана. Я говорю 28 мая. Говорит, нет, 18 октября. Ха-ха, успокойся. Тогда официальное лицо нашей территории Азербайджана говорит, что День независимости Азербайджана 28 мая. То есть ты пиздобол. То есть ты не знаешь вот историю. И при этом как бы предъявляешь людям. Ну, то есть как... Ну, я не знаю, я не могу понять. Жена ее проститутка, я это буду говорить. Ладно, не буду говорить шлюха. Шлюха это как бы материнное слово. Проститутка это, как это называется, книжное слово, да? Как это называть? Литературно.
арифметическое слово, да, то есть как бы нематное слово. Ну пусть оно будет тогда присуткой. Ну почему она мне называет то, что я родился под забором, меня мать родила под забором? Пусть она тогда мне попросит прощения, так что смотрим. Вот и все. Самир, Самир этот конченый гандон, вот я его все ебал. Вот этот Самир есть, вот этот, который типа воевал вот этот, блядь, с пидорастическим, блядь, бородой, который выходит, говорит, что мы доказали все на поле войны за 44 дня. Да пошел ты нахуй, что ты доказывал там, блядь? Что ты доказывал, блядь? В бутылке в воду носишь, блядь, туалетную бумагу носишь для солдатов, чтобы, блядь, этот... Извини меня за выражение, чтобы, блядь, задницу, чтобы протерели. Вот это Самир тот гандон. Я знаю, где он живет, в Гюнячле живет, который, блядь, кончен. Ему, блядь, не больше 24 лет, точнее. И выебался, что, блядь, мы доказали за 44 дня в поле войны. Так кто, что, что ты доказывал, Самир? Короче, вага, вот так, брат. Я понял тебя, Али, понял. Я считаю, что, по крайней мере, если кто-то заслужил, вот когда говоришь за этого, он заслужил, потому что он... Нет, брат, фактически, да, фактически, если кто-то выебывается, что Карабах хорошо на сегодняшний день, по юридическим форматам, да, Карабах считается Азербайджаном. Хорошо, это принял все страны, юридический формат. Но если исторические форматы посмотреть, за последние 200 лет у Азербайджана карта менялась 5 раз. Брат, у вас, у Армении ни один раз она не менялась, а. За 200 лет говорю, а, не за раньше, не за 201, не за 202 года, а за последние 200 лет. Блядь, сука, у армянов ни один раз не менялся. Такого, какого хуя тогда мой народ, блядь, въебывает и говорит, что, блядь, Карабах наш? Азербайджану всего 104 года. Какого хуя вы въебываете, что Карабах наш? Почему на территории Нагорного Карабаха церковь больше лет, чем нашим мечетям? Хули вы въебываетесь, гандоны, блядь? Хули вы въебываетесь и выходите говорить, что, блядь, я предатель Родины. Блядь, я историческим фактом говорю. Почему там церковь более, блядь, трех веков, а нашему мечету всего там 80 с чем-то лет? Долбоебы, что ли вы? Вы долбоебы? Покажите мне хорошо. Мечеты, вот церкви поставим в сторону. Покажите мне одного старинного, просто исторического могила азербайджанца, который написано было на азербайджанском. И покажите мне одного старинного там могила армянина, который написан на армянском. С армянским надписем я могу показать вам тысячи таких, но ни одного азербайджанским надписем я вам не покажу, потому что их нету. Али, Ты понимаешь, хорошо, брат? давай других тоже послушаем. Здорово, братан, Давай, зашел сюда. давай. Да, давай, давай, брат.